Одесский припортовый завод начал этот год с рекордов. С января на внутренний рынок Украины до старта посевной кампании отгружено более 16,5 тысяч тонн продукции для отечественных заказчиков. 10,5 тысяч тонн аммиака уже отправили через порт, а показатели по отгрузке карбамида автомобильным и железнодорожным транспортом стали крупнейшими за последние 4 года. 500 тонн и 10 тысяч тонн соответственно. Напомню, в прошлом лидер украинской химической промышленности был вынужден прекратить свою деятельность. Проблемы начались в конце 2014 года. Причиной стали судебные иски, долги за потребленный газ, отсутствие оборотных средств и опасения инвесторов вкладывать деньги в предприятие. Завод пытались запустить, но безуспешно. Затем предприятие перешло на так называемый толлинг, когда заказчик самостоятельно поставлял газ и забирал на продажу уже готовую продукцию. После оптимизации работы подразделений производственного процесса начали расти темпы отгрузки продукции.